не стучи. Производство Blue Eyes Pictures. Совместно с Dandelion Productions. Доминик Провос Чалкли. Джодель Фернанд. Хэллоуин. Киана Мадейра, Варун Саранга. Лола Фленнери, Илиана Джонс и Николас Кэмпбелл. Хочу туда идти. Все хорошие дома на той стороне. Так быстрее всего, так что шевелись. Хочешь увидеться с Лизой, да? И что, если так? Мама сказала, мы пойдем собирать конфеты. И я пойду, но с Лизой. Я не хочу быть здесь. Погоди. Бен? Бен! Эй, Бен, это уже не смешно! Бен! 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 Бен? Бен! Бен! Видел бы ты свое лицо? Господи! Вы пара болванов, вы это знали? Серьезно. Если вы хоть кому-нибудь скажете слово, то клянусь. Не бойся. Я никому не скажу. Что ты кричишь, как девчонка? Эй, следи за языком, мелкий. Не вини, Бен, это моя идея. Но я как-нибудь заглажу свою вину. Фу, я же вас еще слышу. Тогда, может, тебе идти подальше? Я только за. Эй, куда собрался? Мешок сам себя не заполнит. Здесь никого нет, придурок. Пошли, нам еще два квартала.
Я видел кого-то у окна. Не теряй время. Видишь? Теперь пойдем? Ну, я кого-то видел. Твой брат прав, Бен, нам пора. Бен! Что ты натворил? Это не я, ясно? Надо обработать сыну. Так, вы опять что-то задумали, да? Это какая-то шутка, да? Бен! Бен! Джейсон! Удиви или угости. Давай меняться. Помогите. Пожалуйста. На помощь. Ты в порядке? Оно их убивает. Кто? Оно их убивает. Кто? Кто? Где? В старом доме на Оуквуд-Лейн, у кладбища. Оно знает, чего вы боитесь. О, нет, оно тут. Оно здесь, помогите. Что, о чем ты говоришь? Что ты видишь? На помощь! Змеи. Змеи? Какие змеи? Я ничего не вижу. Нет. Отвали. Это офицер Рэнс. Нужно подкрепление на дом 59 на Оугланд Лейн. Возможно, код 187. Повторяю, нужна подмога. Оугланд Лейн, никогда не стучи. Какого черта? Господи, боже мой. Прошел год с жестокого убийства подростков в Уэст-Энде, в деле которое не удалось раскрыть.
Полиция Отон Риджа приглашает всех, кто что-либо знает о совершенных год назад убийствах в доме 59 на Оуквуд Лейн. К другим новостям. 11-я годовщина события, которое принято называть убийством Тук-Тука. Власти просят детей отказаться от традиции стучать в дверь Тук-Тука на Оуквуд Лейн 59. По той причине, что этот и соседние дома были прокляты и несут опасность для жизни. Также полиция призывает всех тех... Одевайтесь потеплее и воспользуйтесь шансом поучаствовать в конкурсе «Тук-тук». Вы можете выиграть $1000, записав видео, как вы с друзьями трижды стучите в дверь по адресу Oakwood Lane 59 и говорите «Никогда не стучи». Для тех, кому повезет выжить, мы объявим победителя в полночь. Наши дни. $3. Привет. Почему бы не пойти на фестиваль вчетвером, как обычно? Грей знает мало людей, ясно? И я решила, что ей захочется пойти. Похоже, кто-то запал на новенькую девочку. Грей со мной в английском классе, и она милая. А то тебе важно. Мы не торопимся, хорошо? Ну, поверь мне на слово, Ли. Если хочешь чего-то в жизни, то бери. Только не обижайте ее. То есть не отпугнуть? Ладно, давайте не будем об этом говорить. А правда, что мама Грейс погибла в пожаре, или нет? Похоже, ты все о ней знаешь. Что? Все это знают. В том году случилась серьезная авария. Машина перевернулась и загорелась. Грейс еле выбралась. Здорово. Девушка без мамы. Будет так весело. Что она делает? Хватайте ее! Оттащите ее! Мама, нет! Нет, нет! Пустите! Она же там! Нет, мама! Привет! Боже! Что тебе говорила? Не врывайся вот так. Я ищу рога. Выпей таблетку. Я серьезно. Не сегодня, хорошо? Уж точно не сегодня. Я ведь тоже по ней скучаю. Знаю. Стой, что ты делаешь? Я думала, ты куда-то идешь с друзьями. Позвонил папа. Попросили сделать операцию, так что он будет в городе уже поздно. Эй, похоже, сегодня мы останемся вдвоем. Ну, можешь взять меня с собой. Я не буду мешать. Да сейчас. Ни за что. Тебе лишь бы не идти. Я точно не возьму тебя с собой. Поняла? Они пришли. Скажи им, что ты сейчас спустишься. Нет, стой, Дженна! Привет. Привет. Извини. Это пока папа не вернется домой. Ничего, вечеринка. Все равно только вечером. Все становится лучше и лучше. Грейс, это Сидни, Гэвин и Эми. Народ, это Грейс. А... Дженна. Привет. Привет. Ну?
Куда мы? Я думала, может, Дженна захочет посмотреть на дом ужасов? Я в деле. Значит, дом ужасов? Хорошо. Прости, она настояла. Ничего страшного. Если это слишком, можем отвезти ее назад. Нет, правда, все нормально. Ладно. Подождите нас. Хот-доги. Покупайте хот-доги. Эй, ты не отставай. Отвали, я ненавижу собак. Да, особенно таких кровожадных. Я смотрю, вы относитесь к Хэллоуину серьезно, да? Ну да, в таком старом городе духам нужно хоть один вечер в год выбираться и веселиться, да? Да, вот тебе и Оттон Ридж, где у всех есть история о призраках, и все несут полную... Дженна! 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 Вы идете или нет? Она просто комок энергии. Ты не представляешь. Эй, эй. Я знаю, ты хочешь что-то доказать насчет ее сестры, но, может, подумаем еще раз? Если ты боишься фальшивой крови, может, тебе лучше подождать снаружи? Нет, я не боюсь крови. Да не боюсь. Вот и хорошо. Ты уверена? Конечно, она будет в восторге. Чья это была идея? Сидни. Эми. Лея. Гэвин. Гэвин. Боже мой. Грейс. Вот ты где. Грейс, сюда. Офигеть. Интересно, где Дженна? Наверное, со всеми. Пошли. Хорошо. Стой. Нам сюда. Боже мой. Боже мой. Мозги. Сидни. Скорее. Прошу, нет, только не кровь.
О, боже. О, нет. Кровь. Кровь. Кровь везде. Прошу, прошу, пусть это закончится. Остановите это. Гэвин, ты цел? Пойдем. Гэвин. Гэвин. Гэвин, ты где? Так. Привет, мы не... Да, это не то. Это не то, чем кажется. Ты же ничего? Ничего не скажу. Зачем? Стой, а если она скажет Сидни? А разве будет так плохо? Она так плохо к тебе относится? Нет, да. Стой, Дженна. Вот ты где. О, привет. В общем, только что Дженна. Я говорила, что Дженна совсем не испугалась. Правда? Да, я знаю. Даже у меня чуть сердце не остановилось. Так что? Надо пойти к Тук-Туку. Вряд ли она готова к Тук-Туку. А вы проверьте. Что такое Тук-Тук? Идти через кладбище. Пойдем. Вы ее слышали? Пошли. Ну ладно. Ребята. Пойдем. Будет весело. Пошли. Стой, серьезно, что за Тук-Тук? Пошли. В ночь Хэллоуина в 86-м году троих детей нашли мертвыми. Каждый был убит в доме 59 на Оквуд-Лейн. Коп, который нашел тела, обнаружил, что на спине одного из мертвых выцарапаны три слова. И какие именно? Никогда не стучи. Этого уже не было. Было. Это факт. Можешь проверить. Ладно, и кто их убил? Зато оно знает, чего ты боишься. Что знает? Никогда не стучи. Может быть, что это правда. Это же Хэллоуин. Постучи в дверь три раза, скажи «никогда не стучи» и увидишь. Если, конечно, осмелишься. Ну все. Пойдем, тебе пора домой. Не, стой. Мне не страшно. Эй, Дженна. Посмотрим, кто ответит. Дженна, стой. Серьезно? Не делай глупостей, Дженна, слышишь? Отлично. Отойди оттуда, Дженна. Какая ты непослушная. Это лучше, чем бояться. Хорошо, мы поняли. Ты нас убедила. Ну и кто теперь боится? Ладно.
Ладно. Ну, хорошо. Серьезно? Стой! Пусти! Простите, но шоу окончено. Пусти меня! Супер! Папа будет в восторге. Эй, не надо! Хватит тебя так вести! Никогда! Не. Стучи. Ну, было весело. Все, пойдем со мной, быстро. Ребята. Это же розыгрыш, да? Это все веселье, чтобы разыграть новенькую. Я бы так не поступила. Я ухожу. Что это было? Дженна? Дженна! 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 Эй, эй, Грейс! Ее там нет! Пусти меня! Ясно? Она не там! Грейс, он прав! Смотри! Да, ты! Наверное, испугал ее, она сбежала. Но я же видела. Скорее всего, кто-то с нами просто играет. Да, мы не первые, кто постучался туда. Так делают на каждый Хэллоуин. Я зайду в дом с тобой, если хочешь. Но, по-моему, они правы. Дженна убежала. Извини. Пойдем. Дженна! Дженна! Дженна, это... Это не смешно, Дженна! Идем. Дженна! 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 Дженна, где ты? Она не отвечает. Она взяла телефон. Она его из рук не выпускает. Дженна! Где тебя носит? Дженна! Дженна! Привет. Hi. Да, папа, прости, я... Думала, что это не ты. Нет-нет, все... Все хорошо. Да. Она в доме. Я пока жду, а потом мы пойдем в город. Да, знаю, будет весело. Не переживай, мы с ней. Хорошо ладим. Ладно. Ну, мы не будем ждать. До завтра. И я тебя. Я возвращаюсь. Нельзя было уходить, не проверив дом. Чем я думала? Вы с нами? Гэвин. Что? Мы не можем отпустить их одних, ведь так? Еще как можем. Перестань. Дженна, где ты? Дженна? Дженна, если это ты, то хватит нас пугать, ясно? Дженна.
Алло? Алло? Скорей! Стой, 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 что это было? Не знаю. Пойдем. Идем. Дженна, если это какие-то игры, то бросай их, поняла? Господи, скорее! Грей, стой! Ты же не знаешь, кто это! Живее! Отстой! Грейс! 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 Слушай, ты это слышишь? Вон там. Ну все, нам надо кого-то позвать. Я согласна с Лей. Нет, ясно? Если Дженну кто-то схватил, и мы уйдем, то мы можем ее не увидеть. А если Дженна с нами не играет, и ее кто-то похитил? Что мы с ними сделаем? Слушайте, делайте, что хотите, но я пойду за своей сестрой. Стой, Грейс! Ладно, я создам групповой чат. Кто найдет Дженну, пишите. Нет, мы не пойдем. Сидни, мы должны. Нет, не должны. Так, если что-то случилось, я не хочу говорить копам, что мы ничего не сделали. Да, но что если... Что если это правда? Что правда? Вы же видели кровь на двери и слышали звук. Что если... Ну, знаете... Это же страшилка, Сидни. И как это объяснишь ты? Эй, слушай. Я не знаю, в чем дело, но обещаю тебе. Тук-тука не существует, ясно? Вас двоих, может, наедине оставить или пойдем? Да. Да. Дженна! Дженна? Сюда. Куда? Может, разделимся? Ни за что. Это никому не помогало. Ну, тогда... Ладно, туда. Подожди. Дженна? Дженна? Стой. Сюда. Да, туда.
Ребят, я... нашла телефон Дженны. Грейс? Сидни? Ты нашла сестру? Ее телефон у меня. Ты с моей сестрой? Ты нашла Дженну? Сидни? Алло? Алло? Сидни? Похоже на Сидни. Сидни! Куда ты делась? Сидни! Что происходит? Сидни! В чем дело? Не знаю. Идем. Туда. Сидни, скажи нам, где ты? Что случилось? Сидни, где ты? Сидни! Сидни! Ты нас пугаешь! Помогите! Помогите! Кто-нибудь на помощь! Пожалуйста, оно меня убивает! Сидни! Сидни, где ты? Сидни! 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 Помогите! Прошу! Прошу, оно меня убивает. Пожалуйста, пожалуйста. Сидни. 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 Прошу, помоги мне, пожалуйста. Почему ты не помогаешь? Нет, 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 нет. Нет, 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 нет. Нет, нам нужно уходить. Скорее. Что? Что там было? Она у него, ясно? Слушайте, надо проваливать отсюда. Что происходит? Что, Сидни? Я думаю, оно ее убило. Убило. Что? Что ее убило? Гэвин, что ее убило? Тук-тук, ясно? Он настоящий. Хватит, Гэвин, это не смешно. Давайте просто уйдем, хорошо? Да, оно знает, знает, чего мы боимся. Ясно? У меня нет времени на шутки. Тогда делайте все, что захотите. А если хотите жить, то идем со мной. Гэвин! Нет, стойте! Ты видел Дженну? Ты видел мою сестру? Что делать? Не знаю. Куда ты? Он говорит чепуху, ясно? Я должна найти сестру. Но... твою мать. Гэвин! Гэвин!
Нет времени. Гэвин! Гэвин, скажи мне, что ты видел? Скажи, что случилось. Прошу, Гэвин, расскажи, что ты видел. Пожалуйста. Хорошо. Оно знало, что Сидни боялась иголок, поэтому она кричала. Нет, кровь. Что? Какая кровь? Нет, кровь. Гэвин, в чем дело? Нет. Что такое? Оставь меня в покое. Да что происходит? Гэвин, что за кровь? Гэвин! Дженна! Нет. Нет, нет. Надо вызвать полицию. Мне надо уходить. Надо найти сестру. Грейс? Грейс? Удиви или угости. Гэвин! Удиви или угости. Гэвин! 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 Нет, нет, нет! Нет! Что происходит? Огонь! Там огонь повсюду! Огонь! Грейс! Грейс, здесь нет огня! Нет! Нет, нет, нет! Мама! Не может быть! Я не могу! Он везде! Чего ты хочешь? Пора уходить! Скорее! Давай, милая. Большое спасибо! Спасибо! Эй, постойте, пожалуйста. Мне нужна помощь. Нет. Нет. Нет, пожалуйста. Остановите это. Может дождаться полиции? Что мы им скажем? Горит, все горит. Там нет огня. То, что ты видишь, этот огонь не настоящий. Почему это происходит? Почему это со мной происходит? Грейс? Грейс, я не могу. Что?
что? Я больше не могу бежать. Что? Идем, прошу. Что ты думаешь, может, все прошло? Чем бы это ни было, что бы оно ни сделало Сидни, Дженна может быть у него. Я просто бросила ее. Я оставила ее там. Оставила там. Послушай, мы не поможем Дженне мертвые. Да? Она же умная. По-моему, она совсем ничего не боится. Так что мы ее найдем. Но надо попросить о помощи. Гэвин, я тебя везде искала. Нет, 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 нет. Гэвин, да что такое? Оставь меня в покое. Куда ты убегаешь? Отвали от меня. Что происходит? Скажи, в чем дело, я не понимаю. Нет, уходи. Гэвин? Гэвин, пожалуйста. Чего ты хочешь от меня? Гэвин, я не понимаю. Что тебе нужно? Боже, боже. Гэвин, пожалуйста. Боже. Что происходит? Гэвин, скажи, в чем дело? Гэвин? Гэвин, оглянись! Гэвин? Нет, Гэвин! Прошу тебя, не надо. Гэвин! Что? Скорей! Скорей! Это же... Боже! Оно хочет убить нас всех. Нет. Нет, не убьет. Больше оно никого не тронет. Слушай, как ты и сказала, мы позовем на помощь. Мы пойдем в полицию и все им расскажем. А потом найдем Дженну. Идем. Офицер, я знаю, кто это сделал. Грейс, Грейс, Грейс! Нет! Эй, остановитесь! Что
Джону, что нам делать? Оно не даст нам позвать на помощь. Так что, будем просто его ждать? Мы можем позвонить. Да, просто можно позвонить. Боже, нет, нет, нет. Пожалуйста, боже мой. Наверное, я уронила его в лабиринте. Помой меня, помой меня. Так. Что? Надо бежать! Сюда! Что ты там увидела? Там... Там была собака. По-моему, доберман, но... Его глаза. Надо идти, слышишь? Просто мне нужна минута. Нет, надо идти. Поверь, лучше будет уйти. Как мы поймем, что оно нас не ждет там? Оно нереально. Слышишь? Тот пожар и собаки. Может, они нас не тронут, если мы не будем верить. Главное, не бояться. Да, мы просто должны. Оно идет. Прямо за нами. Грейс, стой! Что там? Что ты видишь? Собаки, они со всех сторон. Грейс, Грейс, надо идти. Оно идет сюда. Берегись, Лея. Скорей, залезай. Залезай, Лея, быстрее. Не знаю. Боже. Оно заманило вас сюда. Что? Эми? Оно хотело, чтобы вы на все смотрели. Смотрели на что? На то, как оно меня убьет. Нет. Никто больше не умрет, слышишь? Черт, у тебя кровь! Скоро вы обо мне и не вспомните. Заткнись, ясно? Замолчи. Все. Так. Так. Так, сейчас. Этого пока хватит, хорошо? Телефон у тебя? Оно не даст им воспользоваться. Не стоило нам стучать в ту дверь. Нет, не надо. Что? Так ты их не видишь? Личинки и черви. Ты их не видишь? Это какой-то бред. Зачем оно это делает? Чтобы питаться нашим страхом. Слушай,
Просто остановись, хорошо? Мы сможем выбраться из этого. Не обманывай себя. Эми! Нет! Эми, нет! Нет, Эми! Нет! Нет! Лея, помоги! Нет, нет! Лея, помоги мне! Беги, скорей! Беги, беги! Быстрее! Быстрее! Эй, залезайте! Я знаю, в чем дело. Садитесь! Беги! Быстрее! Давай! Быстрей! Куда вы нас везете? Тебе надо что-то сделать с ногой. Держи. Что это? Это я. 30 чертовых лет назад. Это я нашел тех детей. Загадочные убийства в Отом Ридже. О них вы рассказываете историю каждую осень. Я пытался всем рассказать и предупредить, но меня не слушали. Все думали, что от того, что я увидел тех детей, у меня поехала крыша, и я несу бред. Думали, что я чокнулся. Но это неправда. Я начал и сам задумываться, а так ли это все было. Начал верить, будто мне это все показалось, а потом появились вы двое. Вы вдвоем и ваши друзья. Да. Что? Так вы следили за домом? Я слежу за ним каждый Хэллоуин с тех самых убийств. Проверить, не повторится ли это. Если вы знали, что будет, почему не остановили нас? Я должен был понять, сошел я с ума или нет. Мои друзья погибли из-за вас, а вы мерзавец! Перестань! Лея! Ты пытаешься нас убить? Это уже сделали вы. Стойте! Остановите машину! Что? Остановитесь, это Дженна! Ладно, ладно. Дженна! 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 Грейс? Эй, погоди! Грейс, стой, это не Дженна! Ha ha ha!
Грейс, послушай, это была не Дженна. Я знаю, что я видела. Это она. Нет, я видела, это не она, это была та вещь. Нет, это Дженна, это должна быть она. Грейс. Ну что? Я бы тебя не обманула. Я сделаю все, чтобы помочь найти твою сестру, но там ты видела не Дженну. Просто не она, слышишь? Не она. Так что пора уходить, пока оно не нашло нас. Идем. Простите. Послушайте меня, послушайте. Пусти! Тише, спокойнее. Пустите! Ладно, ладно. Я просто хочу помочь, ясно? Уже поздно. Ты хочешь пережить этот день? Или нет? Ладно, для начала посмотрим на твои раны. Я смогу помочь. Пойдем туда. В это здание. Все в порядке. Да, вперед. Нам сюда. Заходим. Все хорошо. Сюда. Как ты? Мне больно. Давай, садись. Мне хуже. Давай так, польем вот этим, чтобы продезинфицировать рану. Так почему мы? Вы же следили за этим домом каждый Хэллоуин все эти годы. Ничего не происходило, так почему в этот раз было иначе? Держи. Видишь эту дверь? Она уникальная. Это дверь дома на Мидвесте. Тогда нашли четверых убитых подростков. Это было в 52-м году. А еще троих в 64-м. Извини. Вот и все. В 1949-м та же дверь на складе в 200 километрах на восток. И там нашли 6 изувеченных тел в ночь Хэллоуина. Это все, что я могу узнать. Если вы это знали, почему ее не уничтожили? Почему не избавились от этой двери? Я не знаю, часть меня просто не дала верить, что это может быть правдой. Да и может ли? Нам надо уходить отсюда. Но это не отвечает на вопрос, почему сегодня? Почему мы? Там была кровь. Что? Когда я нашел тех детей, на двери была кровь. А потом я увидел девочку в костюме дьявола. Она перелезала через забор и поранила руку. Это Дженна. Так вы видели Дженну? Скажите, что с ней стало. Скажите, что с ней стало. Грейс, надо говорить тише, хорошо? Скажите, что случилось? В один миг она стояла там, а потом пропала. Как это пропало? Вы тогда уже убежали от двери, но ее там не было. Она пропала. Оно отвлекало нас оттуда. Все это было просто, чтобы увести нас оттуда. Оно хотело, чтобы мы отошли от дома. Грейс! Ты куда? Дай флягу. Нет, нет. Дай флягу. Грейс, что ты делаешь? Ты куда? Я верну свою сестру. Нет!
Нет, Лея! Лея, борись, Лея, борись! Грейс, спаси меня! Дженна, я слышала сестру. Если слышала, то иди. Но только если это точно она. Спасай сестру, а я спасу Лею. Беги, Лея! Дженна! 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 Куда ты пошла? Почему, Грейс? Почему ты меня не спасла? Почему, Грейс? Почему ты меня не спасла? Ты не моя мать. Почему ты бросила меня в огне? Тебя отправят в психушку, Грейс. Я не боюсь. Ты не настоящая. А если ты будешь в психушке, то как ты найдешь свою сестру? Нет. Лея! 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 Помогите мне, помогите! Успокойся, успокойся! Помогите! Тише, я здесь. Возьми это двумя руками. Я его не вижу, зато видишь ты. Пристрели этого сукина сына, ты поняла? Лея! 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 Я не должен тебя видеть. А, так я был там, да? Я был, когда их убили. Нет, держись от меня подальше. Не подходи. Нет. Нет, нет, нет. На помощь. Ненастоящая. Ненастоящая. Ты не настоящая. Привет, Грейс. Нет, нет!
присоединись к нам, Грейс. Иди к нам с сестрой. Отпусти меня! Каково это? Узнать, что твоя мать и сестра умерли по твоей вине? Нет, она не умерла. Дженна еще жива. Твои друзья мертвы из-за тебя. Лея и твоя сестра. Их смерти будут тебя преследовать, Грейс. Лучше покончи с собой сейчас. Избавь себя от боли. Я буду рада тебе помочь. Дженна и Лия живы. Дженна! Я иду, Дженна! Я иду! Он не настоящий. Его нет. Я не боюсь. 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 Все хорошо. Все хорошо. Все хорошо. Думаешь, сможешь меня сжечь? Говнюк! Это ты сам сгоришь. Ты и эта чертова дверь. Что происходит, Дженна? Скажи мне. Тебе лучше уйти, пока не слишком поздно. Что? Нет! Так. Дженна! Дженна! Я тебя не оставлю, слышишь? Мы выберемся вдвоем. Дженна, почему ты мне не отвечаешь? Дженна, Дженна, я иду. Ответь мне, Дженна. Нет. Нет, нет, нет. Дженна, милая. Дженна, пожалуйста. Пожалуйста. Нет. Боже мой, нет. Хорошо, послушай меня. Послушай, ты никогда в жизни ничего не боялась. Так что борись. Борись, Дженна, давай. Боже. Хорошо, хорошо. Послушай, я тебя сниму отсюда, и тебе будет больно. Но ты должна оставаться со мной, хорошо? Я знаю, милая, знаю. Мы уйдем вместе, слышишь, милая? Нет, беги, Грейс! Грейс, времени нет! Давай, давай, милая! Нет! Грейс!
Сейчас тебя убью! Нет! Нет! Я не боюсь. Я не боюсь. Я не боюсь. Я не боюсь. Ты питаешься моим страхом, но не сможешь, потому что я не боюсь. Мы все умерли ради тебя. Твоя очередь, Дженна. Зачем ты постучала в ту дверь, Дженна? Почему ты должна остаться в живых? Мы тебя не боимся, козел. Нет. Не бойся, это не твоя кровь. Возьми, положи этому конец. Ты должна покончить с ним, чтобы это больше не повторилось. Все равно умру. Лучше уж я умру не просто так. Ты должна это сделать. Ради Грейс.
боишься умереть? Дженна, сделай это. Жми на курок. Давай, Дженна. Каково тебе, а? Грейс, я убила этого гада. Нужна скорая, скорее. Дорогу. Сейчас придут врачи с дороги.